Всем привет! Сегодняшнее видео – это покупки из магазина Fix Price. Сегодняшний поход меня очень сильно порадовал. Было много новинок и интересных товаров. Давайте посмотрим, что я приобрела. Первое – это такой замечательный ковер. Небольшой совсем коврик, диаметром 40 на 60, очень плотный, хорошо сделанный, хорошо прошитый. Была разная вариация рисунков, мне понравилась такая. Я его специально взяла для того, чтобы положить на лоджию. И ножками, когда заходишь наступать, сразу как-то мне он приглянулся, стоил он 99 рублей. Давайте посмотрим, что написал производитель. Коврик принт, состав ворс. Состав ворса 100% полиамид. Основа войлок. Вот такой замечательный коврик. Его можно как при двери положить, то есть использовать как преддверный, так и в каких-то других местах. Я вот его буду использовать на лоджии. Следующая покупка также стоила 99 рублей. Это скатерть. Замечательная скатерть, которую я уже беру не первый раз. Ее размеры вы видите. Скатерть колорит с бейкой. Состав ПВХ 85% и полиэстер 15%. Всевозможный ассортимент рисунков. Я выбрала такие замечательные красные яркие маки, которые являются основным элементом крупным, но также дополнительно здесь у нас и ромашка присутствует, и ягодки и так далее. Замечательная по качеству клеенка. Повторяю, что беру не первый раз. Первую клеенку оставила на даче. Вторую уже использую, еще в запас купила. Такие клеенки стоят в других магазинах гораздо дороже. Я видела и по 180 рублей, и даже по 200 рублей. Поэтому цена 99 очень выгодна. Девочки, присмотритесь, кому нужны клеенки, кто пользуется, то очень классная клеенка, по качеству она плотная. Единственный у нее недостаток, когда вы ее достаете, то есть неприятный запах вот этой клеенки. Но его легко исправить, можно оставить его, чтобы он выветрился. А также девочки мне советовали протереть ее уксусом, и весь неприятный запах исчезнет, а качество классное останется. Следующее, что я приобрела, кукла-малыш. Играй и ухаживай за малышом. Цена товара 99 рублей. Куколка небольшая. По размеру руки сделана она неплохо. Эту куклу я по совету своей подружки приобрела. Говорит, что ребенок ее играет с удовольствием. У меня сейчас у ребенка такая потребность в куклах. Она любит их нянчить, там, пеленать, играть с ними. Поэтому решила тоже попробовать. Ручки, ножки, голова у куклы двигаются в разных направлениях. Здесь написано 3+. Вот так с ней играть. Быстренько посмотрим состав ПВХ, срок годности. Ну, нормальная куколка. Единственное, конечно, к этой кукле я сразу же прикупила в комплекте вот такой комбинезончик. Его можно назвать с носочками. Цена товара 55 рублей, чтобы одеть эту куколку. И прикупила игровой набор. Здесь все, что нужно для игры в эту куклу, это... Две бутылочки, тарелка, ложка, соска и слюнявчик. Посмотрите, какое все яркое, красивое. Я думаю, что у меня ребенок пока маленький, ей с этим поиграться вполне будет классно. Если надоест или растеряется, ничего страшного, куплю ей какой-нибудь потом другой получше. Увидела я новинку трусики. Приобрела себе, такие раньше не видела, очень мне понравились, в таком немного спортивном стиле, размер 46-48, они тянутся, классные трусики, у меня, знаете, такие, мне они очень-очень понравились, стоили они 50 рублей, очень яркие, камера передает более приглушенный цвет, на самом деле это такой красный. Я в этом ничего не вижу, чтобы купить там трусики. Понравились, качество замечательное. Давайте мы посмотрим состав. 95% хлопок, 5% эластан. Такие замечательные трусики. Очень-очень даже хорошие за такую цену. Мне очень нравится. Следующее, что купила, это рыбка из серии Play the Game. Плавающая рыбка. Собери всю коллекцию. Их много разных видов, вот мне на глаза попалась такая желтенькая.
В комплекте входят две батарейки, и в самой рыбке тоже есть батарейка. Я пока не проверяла, работает она или нет. Надеюсь, что все в порядке. Нужно бросить ее в водичку, нажать на плавнички, и она заработает. Вот здесь все написано. Замечательная рыбка. Надеюсь, будет работать, плавать, веселить нас и поднимать настроение. Из продуктов я сегодня приобрела только ассорти чупа-чупсов. Тоже это новинка. Вип-поп гам. Здесь 224 грамма. Я так посчитала, как смогла, то, по-моему, 12 или 13 штучек этих чупа-чупсов с разными вкусами. Посмотрите, какие здесь вкусы представлены. Я думаю, что такие вещи нужно держать в доме, у кого дети присутствуют, либо приходят в гости. Угостить ребенка чупа-чупсом вполне можно, и я думаю, что это выгодная покупка. Она стоила 50 рублей, а за 12 там штучек, мне кажется, вообще классно. Девочки, кто пробовал чупа-чупсы, расскажите, как они вкусные. Надеюсь, понравится. Далее, мыло целебные травы, цветы липы, бережное очищение с природными травами. Вы знаете, я не собиралась покупать никакое мыло, мне оно абсолютно было не нужно, но когда я почувствовала его аромат, потестила его, поднесла к носу, вы знаете, я не смогла оторваться, мне оно очень-очень понравилось. Его аромат такой натуральный, такой приятный. Настоящей липы, именно соцветие липы в тот момент, когда она цветет. Очень приятный аромат, классно был передан. Также я смотрела отзыв у одной девочки, она говорила, что помимо того, как можно использовать обычное мыло, оно еще подойдет как мыло-скраб, так как здесь, видите, такие частички есть замечательные. Вкрапление этих цветков, то есть это еще будет бережное скрабирование. Скрабирование я очень люблю, поэтому решила попробовать. Такое мыло стоит 25 рублей. У нас в магазине было представлено только с липой. Я так думаю, что есть еще и какие-то другие ароматы и вкусы. Дальше тоже новинку для себя увидела. Это кислородный отбеливатель Pure Color. Кислородный, точнее, пятновыводитель. Таким образом он выглядит. Это большая такая банка. Я взяла для цветного белья. Также было для белого белья. И написано, как его использовать. Можно при ручной стирке, можно при машине, можно при замачивании. И указано, чего сколько добавлять. Этот пятновыводитель обещает, что справится с легкостью со сложными пятнами от чая, кофе, ягод, фруктов, травы, вина и так далее. Его состав. Он подходит для разных тканей, вискозных, хлопчатобумажных и биоразлагаем. Я взяла, чтобы добавлять, конечно, его, возможно, при замачивании и также при машинной стирке. Написано, что ложечка будет внутри. Давайте посмотрим. Я уже крышечку приоткрыла, чтобы вам показать его. Смотрите, такая у него текстура. Он белый с гранулками розовыми, розоватыми гранулками. И на самом деле есть ложечка большая, мерная внутри. Это очень удобно, чтобы отмерять дозировку. Также крышечка плотно закрывается, и все это можно хорошо хранить. Мне понравилось очень. 50 рублей он стоил. Ну и теперь, девочки мои любимые, давайте перейдем к новинкам. К новинкам, которые меня просто поразили, которые я никак не могла подумать, что встречу в магазине Fix Price, но тем не менее. Это компания Green Mama. Знакомьтесь, кто еще не знаком. В магазине Fix Price такая новиночка, это компания Green Mama. Очень много там разных товаров от Green Mama. Давайте посмотрим, что попалось мне. Это тоник для жирной кожи, брусника и чистотела. Я когда увидела его, я немножечко, конечно, обалдела, скажу прямо. Потому что такие тоники я видела совсем недавно в Magnit Cosmetics, в других магазинах. Они там стоили, ну, рублей 180-200, а может быть даже побольше. Мне как раз нужен тоник, ну не то чтобы нужен, но он заканчивается. В общем, тоники я очень люблю, они точно лишними не будут, тем более для жирной кожи.
Классный-классный тоник. Он в объеме 300 мл. Представляете, такой огромный объем. Давайте вам сейчас покажу его замечательный состав. Он очень натуральный, классный. Вы посмотрите срок годности. Срок годности замечательный, продукт свежий. Все просто супер. Я уже пользовалась таким тоником давно-давно, года, наверное, 2 назад. Мне он очень понравился, замечательно, никаких аллергических реакций не вызывает, пленки не оставляет, и все замечательно. Цена продукта 55 рублей. Вы только вдумайтесь, 55 рублей. Я взяла 2 таких продукта, один взяла себе, другой взяла маме. Я думаю, что по такой цене мимо проходить нельзя, девочки. Еще тоже меня очень сильно порадовало. Это нежный гель-крем для интимной гигиены. Мать и мачеха и масло чайного дерева. Этот продукт у нас идет с дозатором, очень удобным дозатором. Все хорошо закрыто. Объем продукта 300 мл. Давайте посмотрим состав. Состав тоже замечательный, натуральный. Нету никакой гадости, очень много разных полезных экстрактов. Этот продукт пахнет на самом деле больше маслом чайного дерева. Когда я его открыла, то почувствовала чайное дерево. Потом уже где-то отдаленно на втором месте мать и мачеха такая, знаете, травянистая подложка. Очень понравился мне по аромату, по первым впечатлениям. Такой продукт я не пользовалась средством для интимной гигиены от Green Mama, поэтому будет очень интересно попользоваться. Взяла я тоже 2 штучки. Один пойдет мне, другой отдам маме. 55 рублей тоже стоил. Дальше. Регенератор лосьон для сухих и тонких волос. Гречиха и малина. Посмотрите, какая замечательная упаковочка. Это в виде спрея с дозатором, что очень-очень удобно. Давайте напишем, посмотрим, что написал производитель. Часто наши волосы устают, виной тому сухость воздуха, табачный городской дым, ношение головных уборов и так далее. Таким образом, производитель говорит, что используя это средство, мы устраним сухость волос, сделаем волосы увлажненными и легкими, предотвратим от пересушивания. Вот смотрите, какой замечательный состав. Экстракт гречихи, малины, череды, мяты и так далее. Замечательно. Объем продукта 250 мл. По аромату он, ну, такой средний. Пахнет приятно, тоже, знаете, такими лекарственными травками. Буду с удовольствием пользоваться. Посмотрю, как он будет работать. Ничем еще, девочки, не пользовалась, только пришла из магазина и сразу решила с вами поделиться такими новиночками замечательными. И последнее, что приобрела, это ароматическая ванночка для ног с яблочным уксусом и чайным деревом. Здесь объем тоже большой, 250 мл. Много всего интересного написано, что чулки, носки из синтетических материалов очень пагубно влияют на наши ножки. Ножки устают, вызывают разные заболевания ног, деформацию и так далее. И все для того, чтобы нам расслабиться, наши ножки отдохнули, чувствовали себя замечательно, Green Mama предлагает нам такой продукт. Состав тоже замечательный. Способ использования: одну крышечку, нанести крышечку, разбавить водичкой, пенкой и развести в теплой воде. Погрузить ножки на 10 минут и наслаждаться. На 5 литров воды 3 крышечки геля. То есть это будет очень-очень экономичный расход, так как посмотрите, какой продукт большой. Он, как вы можете обратить, густой. То есть это не водичка, это такая густая консистенция, хватит надолго. По аромату пахнет на самом деле яблочным уксусом и где-то отдаленно чайным деревом. Аромат не очень приятный, но я думаю, что такой натуральный, и с этим можно смириться, если будет продукт хорошо работать. Все эти товары стоили по 55 рублей, это замечательная, отличная цена. Девочки, кто уже пробовал там товары из Green Mama, расскажите, как они вам. Я очень-очень довольна этими новинками и приобретениями. Посмотрите, какая куча всего у меня получилась. Надеюсь, я вам была интересна и полезна. И до новых встреч!